В Люберцах наградили победителей конкурса «Наше Подмосковье». На торжественной церемонии премии были вручены за высокие результаты в сфере реализации социально значимых проектов, направленных на развитие региона. Воспитатель не только по профессии, но и по призванию. Люберчанка Юлия Федюкова участвовала в конкурсе «Наше Подмосковье» впервые и сразу имела успех. Ее проект развития творческих способностей у дошкольников стал одним из немногих в Люберецком районе, который получил премию второй степени. У детей педагог развивает моторику и воображение весьма своеобразным способом. С ними она рисует цветным песком. Я стала замечать на прогулке, что большую часть своего времени дети проводят в песочнице. Это занимает их, потому что песок сыпучий, детским рукам приятно с ним возиться, работать. Я подумала, как же сделать так, чтобы дети и зимой, и весной, и осенью могли соприкасаться с песком, работать с ним и воплощать свои фантазии. Воспитатель Юлия, так же как и другие лауреаты, участвовали в премии губернатора, чтобы поделиться опытом с общественностью. Номинация «Больше, чем профессия» в этом году оказалась самой популярной у люберчан. 18% поданных проектов наши земляки представили именно в этой категории. Не исключение спортивный тренер Сергей Оболенский. Мы организовали более чем 70 детей, выезд, спортивные сборы, проводили их на территории Малаховки, что позволило впоследствии им занять очень неплохие места на соревнованиях. По итогам премии «Наше Подмосковье 2016» Люберецкий район оказался в пятерке по активности участия. Мы представили на конкурсе 2945 проектов. Авторы 116 из них стали победителями. Неравнодушных и талантливых люберчан поздравил глава Владимир Ужицкий. Наша задача вот эти таланты вытаскивать, вытягивать, на них опираться, потому что в конечном итоге мы славим свою землю, Люберецкий район, вы славите себя. Ну чем хороши премии губернатора? Есть небольшая материальная прибавка, тоже же плюс. Также. Это тоже важно. Но важнее все же то, что за каждым проектом и поданной заявкой стоит доброе дело, направленное на развитие нашего региона. Анна Троян, Никита Скроган, Люберецкое районное телевидение.